Всем привет! Давайте разберем эту песню. Песня несложная, аккорды, можно сказать, всего два, Е, М и С. Ну и вот во втором куплете А квинт играется, а так аккордов всего два, Е, М и С. Ну вот, смотрите, то есть мы играем, да, вот вступление, припев играем вот так, да, это вот аналог Е. Потом второй куплет вот играем квинтами. Там потом опять идет вот эта мелодия, еще во втором куплете, но я уже просто не играл. Потом опять припев, да, я его просто не сыграл в самом начале. То есть мы еще раз играем припев, а потом концовка, вот это соло играется вот так. И в целом вот вся песня. Ну, поехали. Зажимаем. На пятой струне второй лад, на четвертой струне пятый лад. Да, давайте еще раз. На пятой струне второй лад, на четвертой струне пятый лад. И играем. 5-5-4, 5-5-4, 5-5. Да, еще раз. 5-5-4, 5-5-4, 5-5. Теперь. На пятой струне зажимаем третий лад, а на четвертой струне четвертый лад. И играем то же самое. 5-5-4, 5-5-4, 5-5. И заново. Это вот основная тема. Соответственно, можно ее чуть-чуть бас добавить. Играем то же самое, только вместе с пятой струной мы играем вот в первом аккорде шестую открытую. То есть я уже вот, ну, как медиатор палец поставил, вот большой палец беру, на ноготь указательного ставлю. И вот, ну, как медиатор, можно сказать, играю. То есть мы бьем по шестой и пятой струне два раза и дергаем четвертую. Ну, в общем, у нас мелодия та же самая, просто к пятой струне добавилась шестая. То есть, получается, вот два раза шестую, пятую вместе, четвертую. Опять два раза шестую, пятую вместе, четвертую. И опять два раза шестую, пятую. И теперь зажимаем второй аккорд мини-баре на шестой и пятой струне. Третий лад. Да, вот зажали на шестой и пятой струне третий лад, и на шестой и пятой струне третий лад, а на четвертой струне добавили четвертый лад. То есть вот такой аккорд. Да, давайте быстренько еще раз. На шестой и пятой струне третий лад, на четвертой струне четвертый лад. И играем то же самое. То есть два раза 6 и 5 вместе, четвертую, два раза вместе, четвертую. Ну, короче, то же самое играем. И заново. Так играется вот первый куплет. И начинается припев. Если вот такой аккорд не получается зажать, можно просто Е играть. Мне кажется, вот такой, он как бы более атмосферный, больше подходит к этой песне. В общем, буду его вот так показывать. Простая версия. Вместо вот этого аккорда зажимаем на пятой, четвертой струне второй лад. Стандартный Е. Ну и С. Либо мы зажимаем мини-баре на пятой и четвертой струне второй лад. На третьей струне четвертый лад,
на второй струне пятый лад. Первую струну можно заглушить. Ну, шестая открытая, да, играется. Бой стандартная шестерка. А, не, можно с паузой. То есть получается вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вот такой бой. И два раза его играем. Вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И сразу заново. Ну и, соответственно, ЕМ то же самое. Вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И С. Стандартный С. Можно в этот момент шестую и первую переглушить, чтобы вот именно, ну, как боль, больше квинтовость поедать ему аккорда, чтобы он погрубее звучал. А, то есть мы зажимаем на пятой струне третий лад, на четвертой струне второй лад и на второй струне первый лад. И вот я первую и шестую заглушил, да, вот большим пальцем накрыл, и первую вот этим пальцем чуть касаюсь, чтобы она не играла. И он поаккуратнее звучит, так более, ну, более подходит к песне. И заново, да, вот два вот этих аккорда, это припев. Соответственно, второй куплет мы играем, просто зажимаем ЕМ и квинтами играем. А, то есть зажали на пятой и четвертой струне второй лад и просто бьем вниз. Это, наверное, 16 раз мы бьем. Потом квинт С. Можно не полный. Мы зажимаем просто на пятой струне третий лад, на четвертой струне пятый лад. И шестую струну приглушаем. И нижнюю тоже приглушаем. То есть играем только пятую и четвертую струну. Тоже бьем вниз. 8 раз. И А. Квинт. Тут можно зажать. Зажать и третью струну. То есть мы зажимаем на четвертой и третьей струне второй лад. Шестую я приглушил. И вот играется только пятая, четвертая и третья. 8 раз вниз. И заново. Это второй куплет. Потом, да, в куплете также есть переход сюда. Потом опять припев. Мы уже разобрали. И вот осталась у нас концовка с соло. Самая сложная часть, если ее играть, ну, давайте попробуем разобраться. Ставим ЕМ, стандартный ЕМ на пятой и четвертой струне второй лад, и в этот момент мы вот этой частью ладони глушим первую струну. То есть вот, вот так она звучит. Да, вот я вот этой частью ладони коснулся первой струны, и вот она звучит, а все остальные звучат. Ну, поехали. Итак, играем вниз, вниз. Теперь на второй струне добавляем первый лад, играем вверх. Убираем палец, играем вниз. Давайте, ну, тут, в общем, смотрите, мы просто на второй струне играем 0-1, 0-1. А я буду говорить ставим, это значит, ну, ставим первый лад. Убираем, значит, просто убираем, будет открытый. Чтобы постоянно одно и то же не говорить. Вот дайте еще раз заново. То есть, если говорю ставим, значит, первый лад зажимаем. Если убираем, значит, убираем отсюда палец. Поехали. ЕМ поставили. Да, пока палец убрали, вторая струна открытая. Играем вниз, вниз. Ставим палец вверх. Убираем палец вниз. Потом ставим палец вниз, убираем палец вверх.
потом опять ставим палец вверх, убираем вниз. Да, вот тут есть сложность. То есть меняется движение руки, когда мы палец ставим. Ну, тут легче интуитивно понять, когда нужно ставить. Ну, давайте попробую еще раз объяснить. Зажали ЕМ, первую заглушили. Играем вниз, вниз. Ставим палец вверх, убираем палец вниз. Ставим палец вниз, убираем палец вверх. Ставим палец вверх, убираем палец вниз. Дайте медленно. Должно получиться вот так. Вот это чуть побыстрее. И в конце мы добавляем на... Вот обычно у нас ЕМ. Мы добавляем на первой струне второй лад. И играем. Так, сейчас. И играем вниз-вверх, вниз-вверх. Давайте все склеим. Должно получиться вот так. Ну, давайте быстренько еще раз все скажу полностью ЕМ. Поставили ЕМ, первую заглушили пока. Убрали палец указательный, пока открытые. Играем. Вниз, вниз. Ставим палец вверх. Убираем палец вниз. Ставим палец вниз. Убираем палец вверх. Ставим палец вверх. Убираем палец вниз. И на первой струне зажали второй лад. И играем вниз-вверх, вниз-вверх. Получается вот так. Идем дальше. Если ЕМ получился, С абсолютно то же самое, только чуть-чуть лады поменялись. Зажимаем на пятой струне третий лад, на четвертой струне второй лад, и вторую струну пока делаем открытой. И первую струну также глушим. Вот первую заглушили, и играем все то же самое. То есть вниз, вниз. А, и шестую тоже приглушили вот большим пальцем. Шестую, первую заглушили. И играем все то же самое, не буду еще раз говорить. То есть также вниз, вниз, ну и так далее. То есть движения вот этот, указательным пальцем те же самые. И теперь на первой струне вместо второго лада мы зажимаем третий лад. Вот мизинцем зажали третий лад и играем то же самое. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вторая струна также открытая, как и в ЕМ. Вот весь С получается вот так. Давайте еще раз. И заново. Вот. Давайте еще раз. Отвлекусь. С вами вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.